Привет, девчоночки! Сегодня будет видео прямо из коробок о моем заказе по 7-му каталогу, потому что по-другому мне его абсолютно никак не снять. Через буквально несколько дней я уже еду в отпуск, так что будут влоговые видео. Вот, но здесь у меня целых две огромных коробки, таких вот больших, и много новинок, и очень хочется показать вам, причем новинки парфюмерии, которые я вообще еще не тестировала. Вот прям буду сейчас делать все и с вами. Извините, буду доставать прямо отсюда, показывать вам, в общем, что будет попадаться в коробках, потому что вот так вот все. И я нахожусь в центре Avon. Если ко мне будут приходить люди, будем отключаться, а потом опять включаться. Вот. Так, поехали. Побыстренько. У меня здесь много тудеев. Знаете почему? Конечно, знаете. Потому что сейчас в 7-м каталоге они 950 рублей. Очень давно не было такой цены на них. Было все время уже 1250, наверное, в течение полугода. И здесь, пожалуйста, такой сюрприз. Так, четвертый. Пятый. По-моему, у меня было 5 ароматов. Буду убирать, потому что места не так уж и много, да? Так, 5 ароматов Today. Низковато. Девчонки, ладно. Blue. 40% скидка на гид мужских ароматов. Там не только ароматы Blue, там очень много их входит. Вот. И Full Speed, и какие там еще. Да слушайте, по-моему, почти все. Поэтому тоже обратите внимание. Так. Новинки, там уже вижу новинки. Кстати, какой вам нравится? Вы за какой? За зеленый или за голубой? А вот они и новиночки наши. Смотрите, Full Speed, зеленый, фужерный аромат. А, новинка Summer. Так, что-то тропическое у нас, девочки, желтый. У нас их два новых, один зеленый. А, флакон другой желтый. Так, давайте сейчас прочту. Summer White Rio. Давайте бегом тестить. Блин, он уже пахнет. Такое ощущение, что уже кто-то потестил до меня. Честно, я даже еще не читала в каталоге, что там есть, какие фрукты присутствуют, либо цветы. Но это явно фруктовый аромат. Прям под цвет моих ногтей. Что-то нежное, какое-то манго, папайя. Он сладкий. Блин, приятный, хороший аромат. Нежный, сладкий, сладко-ванильный, пирожное с фруктами, с желтыми, вот явно с желтыми. Где каталог? Сейчас, минуточку. Все-таки мне интересно. Так, Рио. Ананас. Энергичная нота ананаса, пикантный цветок франджапани, обжигающий кедровый аккорд. Ну, прям сладкий и очень фруктовый. Так, мужской. Full Speed Gamer. Сейчас минт. Есть такая штучка. Вот видите, как у нас. Ну, зато, мне кажется, интересно, правда? Я это всегда так делаю, когда получаю посылки. Но только меньше болтаю, понятно, сама с собой не разговариваю. Снимаю для Инстаграм. А тут и в Инстаграм по ИГТВ сразу это выложу. И для YouTube. Вот такой флакон. Мне очень нравится рыжий. Full Speed. Еще и мне нравится такой синий. И вот у нас зеленый.
Так. Ну что, по-мужски. Сейчас. Вот этот не пахнет. Запечатанный был. Закачиваем. Ой, куда-то мимо брызнуло. Сразу так. Ой, блин, классный. Яркий. Ярко-зеленый. И цитрус. Ярко-зеленый цитрус. Лайм. Что в составе, девчонки? Кто же знает? Так, он у нас только в гиде. По-моему, здесь его нету, но пробный образец вроде как в каталоге есть. Так. Да, тут, к сожалению, в каталоге я ничего не вижу. А, она 96-й странице нашла, девочки. Так, 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 так. А что про него-то вообще есть? Ничего нету. А я не подготовлена. Извините, вот честно, девчонки, я уже мыслями в отпуске. Мне так сложно работать. Мне так сложно уже работать с командой. И в Инстаграм, и в ВК, вообще везде. Но новинки не потестить я не могу, потому что я обожаю нашу продукцию. Это любовь. Блин, классный, классный аромат. Вот за рыжиком, ну не за рыжиком, а за оранжевым он будет у меня на втором месте, да. Прикольный, прикольный ароматик. Так, дальше. Оп. И оп. Вот как сразу я вам по новинкам, да? Две новинки Аймари. Так, так, так. Давайте будем постепенно их. Сейчас я маленечко вот так вот сделаю. Они не зафольгированные. Коробочки уберу. Так, сиреневый аромат. Аймари Седукшн. Опять же, я не знаю, что в составе, неподготовленное, спонтанное абсолютно видео. Так, поехали. Представляете, как я буду пахнуть? Мне нравится. Мне нравится. Ну-ка еще разочек. Сладкая ежевика. И явно какие-то цветы. Так, минуточку. Сколько новинок, обратите внимание, в одном каталоге сколько новинок парфюмерии, да? Причем из Summer White'ов там целых две новинки, просто она у меня одна. Вот, целых два Аймари. Она вообще в этом каталоге или в следующем? В следующем? Сейчас я принесу восьмой каталог, девчонки. Ждем. А что принесу? Он у меня должен быть здесь. Так, это каталоги. Ну вот он, августовский каталог. Много-много брошюр, с которыми буду потом разбираться. Так. Неужели в августовском Аймари? Как хочется в отпуск. Да, нашла. Каталог август. Вот они, две новинки. Итак. Фруктово-цветочно-восточный аромат. Слива, вот она, слива. Орхидея, белый мускус. Блин, такой томный аромат. Даже не могу понять, нравится он мне или пока нет.
пряность какая-то, мускус, что ли, не знаю. Так, поехали следующий. Пока не читаем и ничего не смотрим. Вообще, вся линейка Аймари ароматы очень-очень стойкие и такие, знаете, сильные. Не то, что какие-то легкие, воздушные. Если вы любительница слегка уловимых ароматов, то это точно не для вас. А если вы любите ароматы такие о-хо-хо, чтобы их запомнили, то да. Закачиваем. Ох. О, это вообще, это что-то, это нечто, девочки. Нечто в смысле бомба атомная. Слушайте, ну такой интересный аромат. У нас таких ароматов не было. Я вообще не пойму, что там. Есть ваниль. И есть какое-то вот прям лекарство, мне напоминает, честное слово. Лекарство с ванилью. Прикол. Давайте посмотрим все-таки. Что же это за лекарство? Ну, это явно, значит, какая-то трава, да? Так. Как он называется? Аймари Раунж. Непонятно. Так, а почему его здесь я не вижу? А, он на другой просто страничке. Все есть, все на месте. Так, и здесь у нас масло, яблоко, и рис, и масло пачули. Все масла, масла. Ну, реально, страстный аромат, девочки, очень страстный. Если этот... Этот более томный, он более в сравнении с этим более нежный. Да, более нежный, такой сладенький, мягкий, томный. Вот это огонь. Но слушайте, вот сейчас он превращается в что-то вообще интересное. Надо поносить, однозначно поносить. Оба два аромата нужно поносить. Безумно интересные, девочки, ароматы. Если вы не любитель легких каких-то простых ароматов, да, которые шлейфовые, раскрываются, вот это оно. Мне прям не оторваться теперь от него. И мне даже теперь вот красный нравится больше. Да, однозначно. Угу. Так, ладно, все. Давайте, можно я сделаю вот так? Это мне неудобно. Поехали дальше. У меня очень-очень много гелей для душа. Горный маршрут. Прикольно, да? Что-то я даже не помню. Ну, прям мужской, свежий. Вот океан, серфинг. Лагуна. Сейчас гели тоже дешевые. 89 рублей. Еще лагуна. И еще лагуна. Здравствуйте. Ну что, продолжаем разговор. Так, гели показала. Дальше. Жидкие мыла. Они были в распродаже вроде, и как вот, ну, сокровища зимы, видите, они такие зимние. Опять же, у меня тут их несколько. Вот. Следующий лосьон для тела с экстрактом чайного дерева. Вот это вот новинка. Угу. Единственное, не помню. Новинка следующего каталога, 8-го. Ой, какой приятный аромат. Слушайте, ну класс, класс, класс. Ну, чайное дерево, да. Короче, он такой вот прям, можно сказать, безароматный, легкий, нежный аромат чая зеленого. Так, еще одно мыло. Вот
тоже еще одно мыло. Так. Дальше каталоги, каталоги, каталоги. Здесь все вот в посылке. В этой посылке все. Вот только две вот таких вот масочки. Зеленая олива. Две масочки для лица. Так, сейчас заменю коробочки. Еще окошко посмотрим с вами. Не знаю, конечно, как зайдет это видео. Вообще, главное, чтобы меня было хорошо слышно. Так, счет фактура моя. Где мои подарки? Я, как говорила, каждый каталог у нас подарки. О, какая интересная брошюрка, смотрите. Успеть до конца лета. Лучшие предложения и продукты для твоих летних приключений. Прикольно. Надо посмотреть. Распродажа, фокус. Так. Что подарок у нас было? Я в первую группу попадаю. А, подарок вспомнила. Вот я вижу. Вот этот был персив. Шел у нас в подарок 30 миллилитров. И что-то еще. По-моему, вот этот вот лосьон, девочки. Сейчас будем с вами дальше там смотреть. Если ничего другого не попадется, то точно лосьон. Да, по-моему, вот этот вот лосьон. 400 миллилитров. Розочка. Вообще супер, да? Ой. Вот открыла. Сразу спецэффекты. Угу. Вот все, что у нас есть с розой, вот такой вот аромат. Прям класс. Уберу, чтобы вам было видно хорошо меня. Да, прям вот такой приятный-приятный аромат. Не химозный совсем. Класс. Так, из-за мелкого у меня вот такие вот крема для ручек. А вот смотрите, еще один крем для ручек из новинок. Давайте сразу его потестим-ка на другую ручку. Видите, достаточно густой. Приятный аромат. Вот мне зеленый чай напоминает аромат огурца. Всегда. Свеженького, только что сорванного корнишончика. Вся навылазилась. Вся. И вот такие крема для рук. С кокосом, по-моему, да. С маслом кокоса. Такие. Дальше. Еще несколько гелей для душа. Горный маршрут. Другой аромат, да? Нет. Или тот же. Там у меня тоже горный маршрут. Да, у меня там тоже был горный маршрут. Не буду тогда его тестить. Раз у меня все здесь горный маршрут. Так. Еще кактусовый перевал. Слушайте, такие названия. Кактусовый перевал. Как вы себе это представляете? Идешь ты такой по пустыне, и перевал у тебя возле кактусов. Должен пахнуть кактусами. Ну, наверное, так и есть. Пахнет зеленой какой-то травой. Видимо, кактусом. Ну, приятный аромат. У меня их тут много. И еще два вот таких вот крема. Все. Далее несколько ароматов новинки. Full Speed. Вот, кстати, давайте-ка мы сейчас тут с вами и посмотрим. Фужерно свежий аромат содержит грейпфрукт, ревень, масло, пачули. Я говорю, классный. И составчик классный. Девочки, все. Значит, смотрите, я получила, да, это было подарком. Вот все, но не новички, да, обратите на это внимание. Не новички, кто сейчас делает заказ, получает вот такой подарок до 15 июля. Если вы еще сделаете повторный заказ с 15 июля по 30 июля, у вас будет еще один подарок. Представляете, как круто. А новичкам у нас в подарок идет
А давайте я вам сейчас принесу и покажу. Привет-привет. А, вот два аромата на выбор. Либо мужской Avon Man, либо женский History. Вот. То есть, делая заказ по седьмому каталогу, вот по седьмому каталогу, на 1200 рублей по цене каталога, получаете скидку 30% как минимум. Сейчас 40% скидки идут на мужской гид. 40% скидка у нас идет на помады, 40% скидка у нас идет на разные средства, гигиена там, и гели для душа, и крема, и спреи, много всего. Вот. То есть, делая заказ на 1200 рублей, получаете замечательную скидку и парфюм в подарок. Все. Для регистрации вы можете пройти по ссылке под этим видео. Там есть регистрация, паспортные данные не нужны. Там стать клиентом со скидкой, по-моему, так. И напрямую заказывайте сами, как в обычном интернет-магазине, девчонки. Заказывайте, получаете на самом ближайшем пункте выдачи все. Уже с такими замечательными скидками и подарками. Но если есть какие-то вопросы, обязательно пишите, поговорим. Пока-пока!